Художник — это человек, который может придерживаться двух противоположных взглядов и при этом продолжать функционировать. Кто это придумал? Скотт Фицджеральд. Ну, Фицджеральд кое-что понимал. И я однозначно функционирую. Как хороший социалист, я иду туда, где деньги. А как хороший капиталист, я цепляюсь за революцию. Потому что если ты не можешь ее одолеть, шпионь за ней. Не смотри на меня так, Джордж. Так называется наша игра.